Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как сделать своими руками из подручных материалов очень легко и просто, не применяя сложных инструментов, кружку с ручкой. За основу самоделки взял обыкновенную пластиковую бутылку. Этикетку с нее нужно удалить. По кругу верхней части бутылки маркером нужно нарисовать круг. По нарисованной линии надо вырезать. Вдоль бутылки маркером нужно нарисовать полоску, отступив от верха пару сантиметров, и линии необходимо довести до нижней части бутылки, примерно на четверть. От нарисованных двух линий по кругу надо их соединить. Все нарисованные линии нужно вырезать. У вас должна вот такая заготовка получиться. Теперь верхнюю часть нужно развернуть и натянуть на дно бутылки. Не прошло много времени, кружка готова. Срочно ее нужно испытать на прочность. Налью в нее воды. Ручка кружку надежно держит. Вот таким легким простым способом можно на скорую руку сделать бесплатные кружки для непредвиденных ситуаций. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!